Доброго времени суток. Сегодня мы будем скачивать Tor браузер. Здесь это описание есть, оно будет под видео. Как обычно, заходим на сайт. Нажимаю на вот эту кнопочку. Здесь нажимаю на эту кнопочку и ищем, на какой язык мы будем скачивать. Нашли. Теперь нажимаю на эту кнопочку. Так, ну вот скачалось. Теперь нажимаем на вот эту кнопочку. Показать в папке. Выделяем ее. И нажимаем запустить от имени администрации. Соглашаемся. Здесь выбираем тот язык, который нам надо, и нажимаем ОК. Выбираем, куда она у нас установится, и нажимаем установить. Пока запускать не будем Tor. И нажимаем готово. Так, вот создалась папка. Нажимаем на нее и нажимаем открыть. Нажимаем и нажимаем открыть. Выходит такое окошечко, где мы должны нажать соединиться. Все, закрываем. У нас вот вышло такое окошечко. Мы опять это все закрываем. У нас уже установлено, мы закрываем его опять. И нажимаем на вот эту кнопочку теперь. Открыть. Все. Мы установили новый браузер. Кому не ясно, пишите. Ставьте палец вверх. До новых встреч!